Калининский центр спорта популяризирует новую игру. На улице Руставеля прошел первый в районе чемпионат по простенболу. Этот максимально упрощенный вариант волейбола – российское ноу-хау. Ее родина – Наукоград Кольцово в Новосибирской области. Перебрасывать мяч через сетку при помощи простыней там придумали в 2005 году. С тех пор игра с переменным успехом путешествует по стране. На этой неделе добралась до Калининского района. Слышим разные отклики, такие как там… кто что курил, кто это придумал, зачем это нужно. Но есть люди, которые заинтересовались. А если говорить про количество заявившихся, то заявилось, на удивление, огромное количество команд. Огромное количество команд действительно свидетельствует о растущей популярности этого пока не олимпийского вида спорта. Ведь в одном только Калининском районе выяснять, у кого простыня длиннее, съехались 10 сборных. Некоторым даже не пришлось объяснять правила. Можно это поймать? Ну, вот такой, честно говоря, сложный такой, мяч, да, большой. Сложнее. Он еще, когда ветер сильно идет, он как-то в сторону постоянно уходит. В итоге сильный ветер команду с названием «Парус» на пути к победе не остановил. Уже в послематчевом интервью первые в истории района чемпионы по простенболу признались. В эту игру они играли и раньше, на уроках физкультуры. Так что у соперников не было шансов. Теперь они готовы защищать честь своей простыни и на городском уровне, если, конечно, кто-нибудь проведет общегородской чемпионат.